работаем на упреждение. Что бы он ни делал, опять, видите, сразу, я его как бы встречаю. Какой жесткий захват, все. У меня серия, иначе я улечу. А подвести-то уже к этому, да, чтобы вот не так делать, потому что сейчас вы тут расквасите весь. А подвести к этому, идет захват. Удар, удар. То есть, видите, дали, и уже нет. Дали, и уже нет. Видите? Дали, уже нет. Уже нет. Вот он захватывает, я им как даже дал. Видите, есть захват. Прям, ну, можешь брать за одежду, да, за что-то, за что угодно. Вот. Вот если просто дал, то улетел. Угу. А когда ты дал, знаешь, сделал это как ось вращения. Ну, когда, опа, когда нет, когда здесь упустил, а вот здесь, вот видишь, то есть, ну, оп, опять, сделал, прошел. То есть вы вот эти моменты делаете спокойно, не спеша, просто спокойно. Встал, оп, вот, пам, увидели, да, на другую руку он там как сделал, опять, то же самое, раз, посмотрели, и спокойненько, ха, видите, спокойненько, но вы должны видеть, картинку видеть, чтобы потом использовать все. Основная штука, видите, бум, бум, бум. То есть мы должны работать рычагами, идет и покороче, и покороче, и покороче, потому что если мы жестко встанем, ну, да, значит уже он бросит. Если вы сразу включили движение, значит у вас будет время на что-то. Поехали.